Владельцы домов отдыха на популярных курортах Хакасии подсчитывают убытки. Сгорело множество домиков. Такие кадры сегодня нам прислал один из бизнесменов. По его словам, люди едва успели спастись сами и вынести из огня документы. Огонь с полей моментально перекинулся на базы отдыха. Теперь там практически ничего не осталось. Люди говорят, что если бы все произошло в разгар сезона отпусков, были бы сотни жертв. Но теперь понятно, что к началу лета восстановить базы отдыха не получится. Нет, конечно, летом все там, ничего нет. Летом, там тем более линии электропередач, которые туда тянулись, как пока выезжали, они все лежат, ну, сгоревшие эти столбы, сгоревшие провода лежали, мы пытались объехать, думали, вдруг они под напряжением. Вот, там даже свет будет, наверное, долго восстанавливать, не знаю сколько, потому что практически все столбы там лежат.